Всем привет! В эфире еженедельный выпуск программы «Музыкальный прогноз». О самом интересном расскажу вам я, Ольга Золотая. Оставайтесь с нами на телеканале Russian Music Box. Всех поздравляю с наступившим летом! Температура на территории страны повысилась, особенно в городе Набережные Челны. 6 июня будет жарким, потому что градусы в настроении жителей города будет повышать группа «Градусы». Я всегда помню о главном, когда засыпаю плавно. Я не вернусь домой, если в моем городе пропал дом твой. Я всегда помню о главном, когда засыпаю плавно. 6 июня приходите в развлекательный центр «Колизей». Мы ждем вас в 21:00. Вам говорили в детстве: хватит смеяться за столом, ешь! Если говорили, то вам будет вдвойне приятно посетить мероприятие, на которое вас приглашает канал Юмор ТВ и Апельсин Продакшн. Новое кулинарно-юмористическое шоу «Повари-ха-ха». Ведущие: Елена Борщева, участница команды КВН «Сборная Пятигорска» и участница невероятного количества проектов на ТВ. Спасибо, что вы пришли к нам в эту чудесную погоду, что вы не уехали на дачу. Почему вы не уехали на дачу? Потому что у вас нет дачи. А также Эндрю Джогу, участник команды КВН «Руден». Привет! Как настроение? Да как обычно. Голодный! И ведущий сценарист развлекательного шоу «Идеальное интервью. Кто здесь звезда?», а на данный момент стендап-комик, работающий на различных клубных площадках Москвы, Вячеслав Верещака. Смех сжигает калории, да? Это ужасно, ведь среди калорий могут быть женщины и дети. Лена, ты коварная женщина! Во время шоу накормят всех голодных и развеселят негодующих. Так что встречаемся в кафе «Чайковский» 6 июня в 21:00. 8 июня в Челябинске выступит Баста. Концерт обещает быть улетным. Подтягивайся и зацени настоящую музыку. Все, что ты узнал, я уже давно забыл. Тем, кем ты хотел стать, я давно уже был. Я по небу ходил, я трогал солнце руками, я оставался в живых. Когда все умирали, я время выдумал. Я был творцом снов, я превращал мечты в реальность, милостью богов. Я был свободным рабом, я был рабом у свободы. Я был великим царем, мне поклонялись народы. Хотел быть богом, ну к чему мне напрягаться? Если падал, то с небес дождем срывался. А я разбивался на тысячи мелких частиц. Я собирался по частицам стаи птиц. Много знакомых лиц. Жители и гости Челябинска, 8 июня приходите в World Trade Center. Начало концерта в 19:00. Вот музыка без нот, стихи без слов. Новосибирск. 9 июня к вам приедет Макс Корж. Успейте купить билеты или выиграть их. Конкурс проводится в вашем городе, да еще под таким заманчивым лозунгом. Узнавайте подробности на сайтах города и дерзайте. Заполнять вагоны под землей или покинуть города. Тебе, конечно, будут говорить, выхода нет, но выход есть всегда в темноте. Летай, летай со мной в темноте. Летай, летай со мной в темноте. Летай. 9 июня всех ждем в Rock City Club в 19:00. Там, где солнце виднее, еле, где деньги там. 9 июня в Киеве выступит группа «Ляпис Трубецкой». А вы знаете, что в сет-лист тура, ну, список песен, вошли те, которые выбрали фанаты с помощью голосования. Знаю, это глупо. Мама, я хочу краба и шурупа. Да не по цибуля бы мы сидят. Ляпис Крю, круче в мире нет. Ляпис Крю, Ляпис Крю. Я пылаю, я горю. Всех ждем на концерт группы «Ляпис Трубецкой». Для вас откроет двери «Зеленый театр». Начало в 20:00. Я пылаю, я горю.
12 июня городу Уфа исполнится 439 лет. По такому случаю город подготовил грандиозный подарок для жителей и гостей столицы – концерт земляков, Земфиры и группы ДДТ. Говорят, что привезут 70 тонн светотехники и киловатты звука. Концерт завершится праздничным салютом. Вздох сожаления на губах. Зависли в неправильных городах. Серые дни и никого рядом с ним. Не пропустите такое событие и приходите 12 июня на ипподром Акбузат. Начало 18.00. А если москвичам захочется летом почувствовать новогоднее настроение, то не обязательно ехать в Антарктиду или искать Деда Мороза. Можно просто сходить на концерт певицы Ёлки. Посмотреть, как сходит солнце сверху вниз за облаками и проверить, что откуда, как могло быть это нами. Ждем тебя 14 июня в клубе B2, началом 23.00. Ну и это еще не все. 14 июня в Москве певица Анита Цой приглашает всех поклонников ее творчества. Даже концерт так назвала «Твоя А». Я следую за тобой, опасная любовь моя, я теряю контроль с тобой. Клуб «Альма Матер». Начало концерта в 19.00. Если у вас намечается интересное событие, концерт, выставка и другие яркие мероприятия, пишите нам. Телеканал Russian Music Box обязательно расскажет об этом всей стране. С вами была Ольга Золотая, ваша музыкальная блондинка. И помните, Россия отдыхает вместе с нами.